Как же я устал ждать боевой пропуск. Вот бы что-нибудь помогло мне скрасить ожидания. Так ведь есть Epic Loot со своим Summer Battle Pass'ом. Выполни все 60 квестов и получи гарантированный дека-хук. А на 15, 30 и 45 левеле забирай случайную аркану. Только для зрителей этого канала. BP Helper по ссылке в описании ты можешь получить бесплатно, а не за 500 рублей. Мало? Лови бесплатный временный режим «Охота за сокровищами». Дойди до сокровищ за 4 хп и забери награду и мега-сундуки с топовыми шмотками за сделанные шаги. Играть в режим можно раз в час бесплатно. Ссылочку на все эти плюхи я оставил в описании к ролику. Там же лежит и промо на 15% и на бонусный пузырек хп в Treasure Hunter. А Кибербаня. Ну, Марса... Короче, я вижу... Или Марс просто с той стороны закрывает бруду всегда, и она не может выбежать, и она умирает. Или это, я вижу. Да шейкер полная хуйня, сейчас сделает аршип с 10-й, и тебя просто, ну, будет убивать его. Да. Ого, Марс. Марс? Не, просто там на Марсе, там вроде же надо купить какие-то фазы, там, Блайдстоун, что-то такое, чтобы убивать. Ну, да, блять, там похуй, просто закрывается чел, кидается колдснеппер на чел, дохнет. Ну да, да, про Марс. Ладно, напомню, ставишь арену, даешь второй, замедляешь, потом копеек. Ок. Ну, просто напомнить решил тебе. На всякий случай. Блять, одна игра хуже другой, нахуй. Сначала Viper Nix, сейчас Бруда. Чё ты думаешь? На прошлое хотя бы интересно было, Бруда, это просто мерзость ебаная. А чё у них по рангам вообще? Там рачки, но... Бруда, бруда это бруда. Не, если рачки, то бруда похуй на бруду. Ну сколько там? Титаны. Ну ща я тебе скажу, ща. У них лысый, 1500, 2500, дивайн и без ранга. И супер очки. Ну если учитывать, что у них бруда. Если пэншенты были с брудой, то там... Кстати, ребят, надо было панга в мид-натуре взять его, ванну и инвокера тройку дать просто. Ванна и инвокера вообще тоже. А в чем прикол панга? Да. Ну, панга типа панга закрывает бруду. Да. Я так не думаю. Ну... Марс просто надежнее 10 раз. Окей. Да, Марс, да. Ладно, если еще горку по дефе. 50 там... минут. Ну, взяв съесть, правильно, подожди. Да. Бля, мы с мегакрипами, давай играть. Да, мне кажется, вы на линиях их уничтожите, там реально ранги, ну... По сравнению даже с прошлой игрой. А там прошлые были ранги, как у нас. Прям мы идентичные. Мы с Даньком охуенно постояли, но просто под конец он пошел он стоп фидить, блядь, из-за этого все хуёво вышло. Не, ну на инвокере там было 2700, это пиздец мало. Ну, как у вас? Ну, с 30-м инвокером это мало. 3300. Вон. У тебя 2900. Почему поставили меня? У меня? Они вообще в ахуе. Какие нахуй 2900? Да забей. Я думал про Нетворса говорите почему-то. Потому что там что-то было, там было что-то про линии. 200 вышел? Ебать. Че? Ну он ФБ получил. И потом даблкил еще. ФБ дазл забрал же, нет? Не, ТБ. Ну я вот говорил то, что про первые пачки, если а, или дазл. Курс ударишь. Пес, так они так долго думали на дурку. А, реально дазл забрал. Ну неважно, у него 3 килла было. Китос, я думаю, тебе надо Юл забилдить. И торнадо просто законтролить. Ну я буду в полной тебя играть, я куплю форс лопс чисто. Я не буду даже весел грейдить. И Юл. Ну по-любому там... Ладно, сейчас папа шмоточки наденет просто. Да все, я уйду, ребят. 332 победы, 172 луса у бруды. 30-я бурда просто ублюдище. У него, кстати, бурда в профиле стоит, мы не забанили еще. Но я не прокликиваю. И они еще в прошлой игре, да, специально не брали, но ласт игру оставляли. А так они прошлые тоже играли 60 минут, там чел на снэпке просто разъебал. 100 тысяч урона. Ну я про то, что они бруду в прошлых играх не показывали. Ну да. Да не знаю, я просто не привык прокликивать с Овервульфом. А что, у него бруды вообще профиль не было? Один луз на ней только. Ну я подумал, он и не сыграл 12-8 и лузнул. Бро, у тебя написано лучшие баны и бруда вот первый герой. Нет, тут написано самые популярные. Не, видишь, справа. А, ну, блять, похуй. Короче, ладно, ребят, если мы проебем, вы уже знаете, кого обвинить можно.
Я прошлую игру вам протащил, не помню. Но он кол нормально давал, так что не надо. Там норм было. Там потный геймер был на Зевсе. У меня на копейку больше, чем у Верки на Творса. Просто на копейку. На одну? Реально? Да, да. На этих, на мегакрипах нафармил. Ну я ПТ продал, купил, травла, просел. Ну мы, кстати, прошлую игру всего лишь на 17 тысяч проигрывали, блин, примерно. В пике. Так что... Потому что они там Аганиму подбирали. Так, ребят. Наша задача охуенно отлейнить все три линии. И все, заебись будет. И морфу весь каши дать. Да. В топе должно быть все заебись, в миде тоже до 6-го. Я уже добился против бруды. Ну, вообще, по итогу ты можешь просто пойти там какой-то лес ебашить, а я просто буду тауэр дефать, мне плохо. А стоп, я думал Марс Смит пойдет. Не, до шестого. Почему нет? Да это хуйня. В смысле, Валан придет на шестом и отсосет хуй. Да, надо Марс Смит ставить, либо вы че троллите. А, да? Ну че, он прилетит левел 4 против 6-го, я один хуй. Да, я просто с урной пойду бегать, пока чел на бруде. Хотя, не, просто если Ован прилетит 4-й, а Бруда 6-я, мне кажется, Ован просто умрет. Не, мы с тобой хорошо боди постоим, если еще в 2 рейнджа против Урса. Не решайся, пока я вам советую Марс Смит стоит. Да, вот ребят, мне это так не нравится. Но это лучше. Чем пасту скинул, сейчас тоже чем скинул. Сейчас найдем что-нибудь. Мне просто против Дазла Урс, я не знаю, тяжело будет ставить, по-моему. Просто Бурда начнет бегать паутинами по линиям, а у меня 0 левел, я же вообще нищий буду в этой игре. Какой ранг у Бруды? Хуй его знает. А, я знаю, кто это, он у меня в додже. Да? Это чел вроде, если это он, то он, короче, щитами с инсибилити играет турниры. А. Которые... Ну это так, инсайт инфа, подтверждение будет, но от чела нормального. Салам алейкум. Олег. Его вроде ранг 300 около такого. Если это он, то да. У кого? У Бруды. А, он нет, он анкалибрейтед просто. Я знаю его. Я с ним паблик играл позавчера. Вряд ли у чего будет там смурф, или какой-то аккаунт с 30-й Бруды, правильно? Ну да. Но он просто не играл давно. Так дотабафи можно чекнуть сейчас. Хотя, дотабаф у него закрыт. Она и через союзников посмотрю. 10 месяцев назад у него было ранг 3000. Он на Бруде дохуя, да, играет? Этот, ну, посмотри, у него профиль Бруда. Фу, нахуй, да, короче, Бруда ебаная. Плюс. Чё, всё-таки Иван вниз идёт? Да. Да, нормально, Тони. Постараюсь, если я длобой... Хотя длобой по-любому, да, в любом будет вставать. Да ты нормально отлейнишь. Это, ну, anyway. Но Лаван реально придет 4-й против 6-го и отсосет хуй. Ну, значит, но я с больше XP должен отдавать. 5-м. Да что, нет, так, в смысле, тут не принижение тебя. Тут был бы хоть любой чел на Марсе, он бы отсосал хуй. Не, ну, тут как будет, но anyway. Но мне так вообще кажется. Не, реально. В прошлой игре нормально зашли. Если... Там много хила и пиздец было. Ван принесет быстрый тапок против Урсы. И будет больше на XP стоять. И мы еще, наверное, колечко нормально. Хотя им Блайдсон, думаю. А может, я не могу. Я не могу оставлять Марса против Дазла в соло и Урсы. Ну, типа, ты там с Дазлом пиздишься, он там больше XP. С Дазлом в этом патче никто не пиздит, то никто не. Ну, Ван вот пиздился в прошлой игре на игре. Да, вот тут охуенно запиздился. Я говорю, мы триплеем, блять, он не может. Оба закрыли свои нахуй. Все, ребят, давай. Все хорошо, что хорошо кончается. Я надеюсь, вы нормально постоите. О, у нас уже 3 руны преимущества есть. И я тоже надеюсь, что нормально постою, потому что уебище сейчас крипом сейчас вставать и, ну, восхитить только через Ашку придется. Тяжело. Ашка, иди. Так знал, что ты скажешь. Нет. А так мув бинт. А. Ван, давай, да, короче, потычки. Я даю первый, ты второй. Понял? А как крипа ударить? Чего их сильнее? Мне донёс, потому что будет соло страх.
Там мне падло. Он боится потерять туманы, я его услышал. Сентри, да, себе сразу принес. Ты ебанулся? Надо я проверять маленький. Большой, большой. Убей, убей рэндж. Можно его пробить еще. Там тени ушел, он да не понятен. Как репа ударить? Да я ебал эту игру, но это вообще пиздец, ребят. Он еще тоснет. Да забей, он долбоёб. Он еще в крипе крутится, прикиньте, вообще какой-то шизоид, блядь. Он просто так бежал, как будто хочет тоснуть, да. Это что-то забыл, что-то. Рады, най. Я ща его уебу. Ай, я хапал. Да пушите не по таврам. Чтоб он, ну, в бане не бежал. Бля. Я смол не буду банить, он меня отъебашит. Банить он бить, чтобы не подошел. Все, все на фоне. У меня щак мелкий там будет. Подает. Все файн. Ебать, шишка. Бо. Чё? У меня есть шишки выпадут. Или нет? А чё ты шишку не взял? У меня, в смысле, у меня зафикшный энчант. Нельзя брать шишку? Да, убьем, убить, убить, смотри, куда он бежит? Да я круг контролил, Марин, блядь. Я с сапогом, нет, без сапога. Март, короче, будет большой, убить, там, убить, там пассивный. Ну так круто, ребят. У нас тоже охуенно все. Динай? Не надо не дать ему заблочи большой как-нибудь. Как же он очкует меня? Блять, она провал нахуй. Ебаный просто. Она тряпскал внезапно. Не смогу, ребят. Не надо. Понятно, дарка есть. Я ПТ-шка летит, Данек. Можешь просто выпить по. Чильни. Нахрен. Я кнопки развел на базу пошел. Ты отъебешь его? А, я до конца не помню. Спейси. Да похуй мне вообще. Мана надо привезти, да. Че, сейчас смол кемп стакает под ульт, наверное, что полков. Сейчас можем убить его. Под замедло, если нажмешь. Он запулил, кстати. Оби крипа можно. Даже дазло можно убить. Да. Ну слишком мы их отъебем. Да, да. Поблочь? А, убери, убери. Я пикс пташка. Ебашь кнопки в него. Найс. Хорош. Бруда почти шестой. Ну можете сразу тэпаться мне, по идее. Чтобы он пятый лэп плыл опнул. Что за? Ну вы решайте сами, мне похуй. Можешь тэпаться. Я думаю, ты третий левел урса просто насышь. Сейчас шестой лоба я. Сейчас я пачку. Сколько шишка, сколько шишка? Где? Одна. Не дотягиваюсь. Дам. Давай, Ван, удачи, терпения, всего самого хорошего. Не умри 10 тысяч раз, пожалуйста. Все, я бегу, у меня урна летит. Все, ебаш. Даже если он нажжется в миде, оверолл, типа, мы тут нормально. Блять, она еще отскакивает, это залу? Да, кубелки. Она идентичная, как у белки, на самом деле. Ебались, блядь.
Там на базу побежал. У тебя есть танк? Да. Ебашим его, блядь. Чё, не хочешь клапки обебашить? Хорош, браток. Съебался нахуй. Норм клэпнул за ренжа. Без хп, без еба постоишь. Алан, ты нормально? Забирай, забирай. Кстати, ему бульварк надо качнуть на разочек? Или он на него будет обходить, и нет смысла? Руками не... Не, не надо. Я думаю, щит в 3 просто берешь, да, и полков шатишь. На седьмом там по-любому должен умирать плейстоуном. Я медас нахожу. Опа, популярный, ребят? Пиздец. Нихуя себе. Ну, друзья мои, держите. Ну, вообще, вообще шизик. Че, Гуева убьем? Ебать, Грейв, у меня нет снапа, и урны. Да, окей. Дай ему тыщу. Он не подходит. А так это вот, это он пизда. Вообще, я шестой возьму, можно трай его. Мне нужен килл, мне похуй. Но там тини ебучий, но я играю слишком в бак. Я там шлем падаю. Урса до сих пор здесь стоит, если чё. Да там шизик вообще, я же говорю, пассивный. Оп, солокил. Я живу. Тэп аут? А, удачи, долбоёб на пределе. Он прикиньте всю мапу через паутины свои ебаные ставил. Это пиздец. А он может их с любой точки сейчас ставить, рядом с паутиной. Там нет ренджи. 10 секунд дышишь. 7 секунд. Я ещё мне убегу. Ван вообще по кайфу, просто фрифарм стоит. А, там урса. Так ебать его. А может, а прикиньте, они тоже слабнутся? Ну и мы еще раз слабнемся, похуй. Дышка сколько? Ну, да, да. У меня мана нет наш. Да, ван без брейсера. Ой-ой. Три не поставься, пока бурда не показывается, не поставься. Да, иди, нормально. Шутки. Он меня не убьет. У него никого нет. Че ты АФК? Торнадо половину пауков убьет. А, похуй. Да, она крипа за 100 кило. Мне это похуй. Он реально будет на бруде здесь стоять? Так я могу реально. А мы его не убьем с третьим болтом? Нет, еще у него сатаник встроенный в героя, забыл? Класс. Можем пробить, капанчик. А. У меня герой сейчас. У него даже дастов нет, забей. Ладно, ты не хочешь купить смок, нажать арену? Да, да, это надо делать. Это просто фрешный килл. А, долбоёб. Ну, конечно. Дай крипа. Не, не успею. Похуй, чела присоска в 2 на 5, блядь. Ладно, у нас у Марфа Яша ПТ на 8, все норм. Смотри, смотри. Поэтому немного. А сколько много, давайте он еще поведай. Ну, у меня сейчас 4000. Ну, это норм на 8. Я лечу, го-го-го-го-го-го. Но это немного. Блядь, здесь дерево не прорублено. Нормально, подсветил, ребят. И саппорт. Я и саппорт. Агент. А, там Аван соло урсу убил, я не знаю как, чего-чего, а, у чего нет шестого. А чё он покупает вообще? Все же сапог коричневый и урчи, не? Ну, там особенный человек, я говорю, он у меня в додже очень долго сидел, там хуйсос. Просто центр ебался. Я ж говорю, там... Он, кстати, каждый вард снимает, если чё. Я говорю, там, информация, она не проверенная, но, скорее всего, достоверная. Ладно. Не уходи, ща я просто... На медас потихоньку пытаюсь собрать. Я не добил двух приколов, пиздец. Ладно, я бегу в бот, короче, на урсе. Блять. У него ульт будет. Похилить, да? Да, он арчи делает. Ну я медас скоро добью. А, в топе на бруде, ебать. Поебали вышку, чё. Тебе надо... Книга. Против бруды же. Да. Бери. Я тэпнусь, Марс. У меня тэп летит. Давай. А арены-то нет? Надеюсь, так убить. Медло. Подачи, заебал. Чек. Хе-хе-хе. Блуд, шакет, верчи. Здесь и культ будет? 20 маны. Речь о чем просто тупо стоит. 20 маны. Да, будет. Сейчас.
Че, он додумался до чего? А, ебать, тут выход сзади, ребят. А у меня там надо 3 секунды, нет. Я урну дам. Найс. Он экспо не получил, нюха не получил. Меня это устраивает. Ладно, я... устраивает, или куда? Пойди со мной, дай ману. Надо убедиться в этом, что там чисты точно. Сейчас вот... Ты хочешь шопс воткнуть вот сюда куда? Вот вообще бачок какой-то. Типа вообще там прям супер, но не очевидно. Я прилечу. Можете выходить почему. Давай. Надо пауков тебя убивать изначально, чтобы он нас не резал. Баван. Это тот самый. Сука, дайте килл, я ассистент какой-то, пиздец. Ассистент. Еще лопату, блядь, оставили. Я могу зачистить. Да, у него арчит будет, смотри. Может, да, ты можешь, купишь? Ты можешь вообще просто сатаник ебануть на Марсе, как Амар какой-то. Дизоль, сатаник и все. Я первым не ебаю. А потом дизоль тебе ебануть, да дай какая или нет. Ну смотри, там дазл, и тебе надо будет его убивать. Я думаю... Ну, по я факту. Отправлюсь. Так что? Так, куда он? Куда он, ребят? Ну, бро. Ну вы это... Ману дал. Unlock. Ебани ему болт? Не. Да ебани, я урну дам еще четверку. Куба терять. А, да у него стики. Ну на урсе а там чё, б... выход бэпчик. У меня манта уж. Да реально, лучше бы он мидас сделал хотя бы. Может он здесь будет? Киньте, он не съебется. А. Съебался. На, ботвышку. Да, они что-то не У тебя аж на 8 было. Яша была. Так у него уже манта летит. Тут. Ну он качался там что-то нормально. Ну кстати, да, тебе еще блин надо, чтобы пауков убивать. А че, разор вообще, да, против ничего не стоит? Не. Я просто дал бэп на самом деле. Тени разор нереально сильный, понимаешь? Ничего? Ну там, на че же все от крипов зависит, если повезет. Вот я видел, он везло, пиздец, там молния выпала, чел. Ну по молниям он, вот он тень не убил. Мне кажется, патч в сентябре по-любому надо крипов понерфить, они слишком сильные, че на инча, брокен понерфить. Ну да. Почему у сикла до сих пор миллионка? Да, надеюсь, мапу не будут трогать, потому что мапа хорошая сейчас. Больше всего ненавижу, а знаете... мапу перед энтом не трогают. Мапа это пиздец. Мапу не будут. Ну да, там... Ну, вообще сапиков заебала, и мапа, если чё. Растоварничать одно и то же. Да факт. Не, можно, я думаю, до сих пор находить какие-то места новые интересные для варда. Да. Чё, я просто весел хуярим против дазма. Нажми смок. Да. Тут я проверял, там не было. Тут. Бомба! У него... Ва-ва! Это отсылка или чё? Ну не знаю, я постоянно это говорю, не знаю. Он вам не ваван. Это уже какой-то юник. Почему у чела нет торчи? Да гоу, слышишь, Рошана запиздим. ТП дружно нажмём. Погнали? Это он кануне базы. Тёмыч. Это хуйня план, полная хуйня. Гоу. Дух есть, алё, дух я есть? Не хочу, нет духа. Да я танкану, блять. Ну, раздоров топ. Я за раздором побежал. Я танкану, блять. Тут ты танканешь, мы тысячу лет будем его пиздошить. Сейчас бриган выпадет на 17 и убьем. Нахуй сейчас. Думаешь? Ну ладно. Тут никого нет. Ну я псим все, ну, там 2 пса вообще снял. Так чё, ты проверил, вард не сняли? Или там не было бы возможности? Вот стоит ещё. Вот стоит 3,5 минуты. Ну там не было возможности, но вот уже деф убил. У меня шарт есть. Я на варде ревил же вам. Конечно, здесь есть? Нет. Ура, ЗП пришла. Кого не пошел? Спасибо большое. Арчит должен уже лететь, у него рецепта нет. Не блин, скоро. Я смотрите, с Андряком бегает, ищет. Да вечно ко мне, там ко мне.
Смотри, он ищет, походу. Да, он просто бегает. А, типа... Я знаю, чьи ты работаешь. Я тебе объясню потом. А, типа на тебе вижен, да? Да. Я понял. Но вы видите, он просто бегал туда-обратно. Да. Без арчида. С центряком. Где руны забрали. А тут Дин. Что это? Центряком. Тут Дин. Чё? Да, Готч? Не знаю, мейби у него просто там. А, инвиз. Нашли сами. На мини-мапе его увидели. Посмотри, брата с арчидом. Я дам глаз, если чё. Блять, меня... Ты что, ебал? Хорошо. Они охуели. Вован! А вот это уже Вован. Получается, вот тут стоит, ну... Сейчас снимут, да? Да, да, так это ж... Ну, Давай. Да, сейчас продать. Я дам бласт на фото. А, Эван, шотнул. Вау! Бейте, 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 жуль. Куда копье? Да, иди на сатрек. Я, короче, топ дефать. Пойдем, Рошан. Да, го, ура, у нас керри созрел. Под кристаллиц, да, чисто? Нет. И пошел нас. Микон, ты себешь? Вот он, ханули. А, он, кстати, видит же Рошана, все читаки еще, знаете, с длинками Эгиси пиздят постоянно. Да, он не рискнет. Че, может, грбапнемся пятером по миду, они же вообще нищие. Бля. Понял. Вон арена, вон. Ульт есть. А что не поставил? У них? Я не понял, как он. Он был не в позиции. Да. Это видно, наверное? Ладно, ребят, зато мана побывает. Не, меня не было. Нет. Вот все спалило. Марс должен быть рядом. Вот здесь, смотрите. Умбру, да, я бегу. Ван, покажи. Мана, вернись чуть-чуть. Дайте первому начать. Зацепил? Задел. Попал. Блядь, боженька. Да ладно. В этом весь полон. Уже пауза у него мисклик. Я вах. Да ладно, разошелся что-то, как-то. Разошелся. Пошел в тупак после прошлого, помыть. Рюкси не купил это. Долго, поверим. Это дизор есть? Да, с мяком. Я хочу ботом. Опять на вышку, ребят. Уже хорош. Подойди ко мне, мне палю. Все, сакаемся под керри, да, и по боту, ребят. Арена есть? А что, Рошана не забрали или? Забрали, а, уже Эгис, да, чел, ебал просто. У меня там плотный кач в тобе происходил. Хуел? Курьеров режет. Аккуратно. Ай, там сильвер летит, бля. Мы не сломаем, иди сломаем. Сломаем. И мне чем дефать. Только плазма. У меня просто апса нету. Те не может выкинуть, летит. Я торнадо дам под тебя. Okay. Yeah. Я ему сбил дагер. Надо было уже убил. Все, он проебал, греч. Че, вам можно бруду депнуться поймать? Реально долбоеб с интриками так бегать. Может, он арену туда поставит, и мы закончим. Это пиздец, какой же уёбок. Он до сих пор с центриками бегает? Да, ТП видит он, конечно. Бля, он ёбаный. Он ТПшки видит. Просто долбоёб с центриками всю игру бегает. Ой-ой-ой, сбил походу. Ну, я тоже так... Он походу сбил.
Не убивайте его, блядь, не убивайте. А, блядь. Переиграл. Надо было вокруг него круг этот хороводы водить. 0-5-0, долбоёб. Го их ебаш. Ебать там. Да, ГТРП, осуждаю. Не, я его замучу нахуй просто. Осуждаем, осуждаем. Да, нахуя мне это. Все, забейте. Просто умалишенный клоун с арчидом на 500. Вова! 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 Это какой-то уже закидон. Да это пиздец, проебали нахуй. Идет ловить. Бруду прознали. Не, у меня нет. Шар. У него шар. Я умер, ребят. Так проебали. Ну я могу бай нажать, у меня дух есть. Забай. Я с гастом еще. А вот дай крипа приручи, я могу прилететь. Ладно, мне похуй, я лечу, ребят. А еще дух есть, не шагу назад, блядь. Куда? Развернись, дерись. Бруду ебаную. Ой, какой ты сок, Демыч. Ладно, пиздец. Мы сейчас реально проебем. Мы реально сейчас проебем, ребят. Прям, пацаны. Ну что это? Да вам, блядь, у него просто башки. Какой-то там чел сидит, какой-то фиксик, блядь, и он просто нажрался. Какой-то пьяный фиксик за руль сел. Не, он просто понял, что умер на пятый кубок будет, он подумал, бля, надо сбросить стату. Да, там кида что-то слишком большое. Пиздец. Help. Все, осталось надо. Ебать, у него лава. Проебали. Это пиздец. А, я думал, это морг, блядь. Я не знаю, зачем ты меня засмочил вообще. Просто прогулочка, блядь. Я думал, ты морг. Точно думал? Нет, знает, сумер, нахуй. Ладно, надо разварить. Мой главный вилли. Ты вроде как вот тут обстоит на земле. Он стоял, когда мы убивали Бруду тогда. Псал, у него нет, БКБ, гос смог нажмем на броду, ребят. Смог есть, я бегу. Не, у нас пьяница нажала смог. А, есть еще один? Да он ты хуярит крипов в лесу, я не знаю. Так косяк один чисто для души. Го, в троечку, ребят, смог. Начок. Ну, блять, алё. Так его, запушьте пачку с этой гулики. Теперь я готов нажать смог. А, иллюзии, ну ладно. Какой он, Дартём? Ладно, всё. Опа. Ну нахуя ты нажал, он же... Ладно, похуй. Лучше арену во всех, чем бродот. Обычно перед заходом на тройку жмут ульт. Похуй. Вован? Вован? И это его выход. Вован! Вован умер. А где помощь, алё? Команда, блядь. В голову. Найс. Nice. Там брода сзади кошмарит. И урса. А. Что-то я резко... Так мы реально проебали. Мы реально проебали, ребят. Можешь? А, у тебя ТП аут. ТП нет, да? Пиздец. Чё такой хуёвый пай? Почему когда он арену поставил, не кнул? Качайте ебаные шмотки. Это ужас. А. А мне так что нет, да всё, он съебался. Какой же? Так как Пабич лотарь убегает. Да блять, мне лотос нужен, ебаный орчи заебал. А кто колил? Я колил. Все. Кол был хороший, реализация подкачала, если что. Ну, дазу не убили. Почему? Да Ван всего нормально рен давал, что пиздишь.
сейчас не получилось. Ну вот тут Разора классно хотел выкинуть. Тихо. Да нет Рошана. Нету Рошана, блядь. Вот, ребят. Зачем ты с ним? Не знаю, надо что-то вруду делать, невозможно. Я не могу просто играть, пока она жива. Да он ничего не делает, вообще там на Урсе уже развалит. Мы можем просто качаться. Да, мы должны просто выйти, пикопнуть одного героя и какую-то территорию взять, а не 5 на 5 раз. Они сейчас все в бот пошли, го, да. Топ захватим, Рошан. Там БТВшки появились, несложно, ребята, понимаете? Да-да. Оставь мне пачку. Да я нищий, оставь пачку, алё. А, у тебя БКБ, ну ладно. Нет, только... Я писал столб. Обычно говорят, не ебёт. Они стакнулись тут. Сейчас мечал в чат пишут, да выебывались. Так выебывался инвалан для ПТ-4. Мы тут серьезные плееры. О, в тройку зайдем, ну что там, три героя. Да там уже все, ребят. И там БКБ и на Урсе и на Разоре. Пиков нужен какой-то, да, зло кого-то попасть, да, в песок, но мы... А, блядь, тут вижу. А, меня, алё. Тут вард. Так убей пауков, браток. Это шутка? Меня чел схавал за полсекунды, ну, Вован, тебя дизоль, блинканись. Убей пауков. Нам ещё реально... Короче, можем. Тут вард. Без меня точно можете? Урса просто съест. Нам надо вообще первого убить. Ребят, я не знаю, о чем можете. Еще нет Рошана. Мне не надо. Найс. Ебать он. Как же он чувствует твою игру? Урса без БКБ, рейдж вроде есть. Я сбиваю, блин. Бейте, блин. Вон, твой выход. Это его выход. Все, выйдите, ребят. Ладно, я вас протащу. Папа короче. Летит. Надо да, Рошана. Я тоже такое подумал, что-то пошло я хуярить Крипса. Хорошо, нап. Пока бруды нет, горош, пока бруды нет. Давайте, я сейчас зариколю тебя. Чё? Зариколю сейчас. Ставить шутку. Ладно. Как знаешь. Топ заскал. Чё, пойдем хуярить? Они в смоке. Фола. Да кого я убью нахуй, Рошана? Тут варцы, тут на этой точке. Потанчите крипами, потанчите. Банкану. На локере... Да блин, плевать, я думал, кашу на тебя. Да, нажми ульт перед трошей, как упадет. Нажимай. Охуенно сработали, ребята. Тут вард надо снять. Ну вот сюда. Тут. Угу. Вован! Блин, мой Вован! Урсу присоску нажал. Да как нажать спел, блядь? Камыч, давай там сам. Я бруду подержал. Тут вард. Надо снять, сними вард. У него икс будет, го-го подойдем. Какой вард? Надо помочь пупсу. А манта есть? Нет. А так нечем убить, нечем дамажены. Там же все сдох. Конечно, всех убил нас. Ну, красавчик, пока мы тебя заспейсили. Шарт кому крабику. Надо? Мне все давай, здесь. Мне давай. Нахуй. Ну, ты до сих пор можешь поменять, но типа... Сатаник был, когда мы выигрывали 100 тысяч. С каким я кайфом только что 1000 пауков тащил? Это пиздец. А как же везёт, что стрим задержка, я смог шанс затаймить. Что скажешь? Было не до этого. А да, надо было делать просто Юл, Алибарду, рефреш и все, и скайп. Я, кстати, тоже не затаймил. А я тех затаймил. Ну ты, блядь, стрим-снайпер ебаный. Согласен. Честно. Я возьму руну. А, нет, не возьму. Нет! Путь. Ну чё, спам this flower to give one power. Что, блядь? У
лук возьмите кто-то. Вован, ты... Сейчас, сейчас, знаете этот вот... И там типа смайлики. Долбоёб делает этот... И этот, ещё вот так вот. Ещё вот это вот легендарное. Госмок. Нет, смог. Брода, быть, как нет? Смог. А, вот здесь сайт. Да, и вот и год, и два. Я просто не хочу. Ну все, если морф не хочет, не надо, он единственный, кто собирает тут. Какая бабушка качает, да? На Антворсу, мне кажется, бес мало. Ну на Тиму играю, ассистент, суппортер. Ты думаешь, что это твой кемп? Ладно, это реально твой кемп. Ван не думает, Ван знает. Не, вот эта вот фита, она точно моя. Да блять, какой култан маленький. Она бачка моя. Да заебали. Ты заебался, надеюсь, пить. Тебя могут выйти, слышишь? Да, да. Я лечу. А как пиагоним собирает, это вообще пиздец заебная тема. Да а, помоги, помоги, вон! Вон, помоги. Бруды нет, ребят, бруда бежит. ТП есть? Нажимай, Тём. У меня нет ТП на ноге. Да, нельзя. А, у него башер, кстати, был, прикиньте, не пропнул. А, тут нет. Он, кстати, меня выебет, шоп, с башер. Да без кади, да не, через бабочку обратно. Там нет. Ну все, он все-таки огонем сделал. Олег, надо похитить. А, да, там этот квивер есть. Брутаган, да. Че, его некому. А, возьми себе квивер. Ай. И протащи нубика. Ладно. Да у меня инфорса мало, типа, и шмотки не те. Так сложно для ничего. Ладно, постараюсь. Ты видел видос Умника про Нави? Да, видел, там какой-то. Там стало. Это ты. Давайте выиграем игру, потом порофлим. Но я ебал это проигрывать. Ну, так мы не проебем. Ты не думал на НЧ сделать фрайт пакт ебаный просто, и все. Тебе столько импакта на все, бро. Какой нахуй. Так, типа не ломает его? Смотрите. Так, в смысле, так круто, так бурдаю сломать, если кому. Да, хуйня это все, забей. Не сломает ничего. Я замедлил ложка. Вован, ты где? Вова! О, это что-то вообще какой-то Need for Speed-овский был. Ну это... Да что-то у него вообще МС-0. Азор сзади. Азора убить. Клоус. Как же он сосет? Да, прикольный герой, Морф. БКБ нет. Разора нет. Предлагаю рампу. Свободу. У меня нет маны. Ноль. Морф, она дать, если выложишь. Выложишь шмотки? Это ман. Сюда. Ща, мы стронг был бруды БКБ нет. Вован, ну хули ты реально 6 манга не купил, Демор? Ван Хелпер чисто. Тогда они реально закупку. Не трать манту, у меня лотус, просто бей. Просто бей, на доверие. Тини, чтоб не стоп. Я это рил там, если чё. Я это рил. Прикачайся. Чтобы его тини топнул. Тини 100 бьёт, ёбан. Он под урту что-то. Пиво льется через край, Вован ебет. Что ебет? Ничего. Бей, бати. Барак, барак, бей, барак, бей, барак, бей. Вован, блять, снимай барак уже. Нет, все надо выйти. Бегут, бати. Крипой, бегут. Бабоеба шарт, это невозможно. Но я ничего не плохо танкал. Все, выйдем, выйдем, выйдем. Да чё, так хотел этот брак снимать. Да я надеялся, съем. Да я заебался в этих крутах стоять, я заберу пачку мини. Бля, был же кол сломать сторону, зачем вы пытаетесь убить? Да я не знаю, Тёмыч постоянно вот это вот, типа, прыгну в них, надо их наебошить. Каждую игру буквально. О, у меня тут плюс Bloodthorn цвета. Ну сразу видно, когда плеер. Я его одной левой убил. Я пронес. Да хуйню куц. Я даже ни хуя не понял. Да блядь, да я устал. Мне плохо. Ты что-то пронес. Серьезно, да? Серьезно, нахуй. Я только в топ подошел эти. Я бежал всю мапу, и я только. Там рефрешер у Разора. И баба, и этот МКБ собирает урса.
Да, Ктарин. Хорош. Ой. А чё, эти... И сейчас с ним Гнима не поделать, да? Он в любом случае нас будет цеплять. Да. Да, только не спавнил. Вот. Это имба, блядь. Манту на бараке, импа. Вон. Ой, Тёмыч. Ты чё? Бабан, где манта, блядь? Тут брали. Подло БКБ на орчинг. Это реально сатаник доделал. Хотя черт, сатаником тоже орчит, можно скинуть похуй. Блин, это тройку мою фармить, Вован, я заебался. Вован, а нахуя тебе БКБ в этой игре? Нам нужен Халберт. А вот это же вопрос. Пожалуйста, Халберт. Да, тебе надо Халберт. Ебать там здоровый, ребят, чел. Нормально он просто соло подошел? Поэтому я и прошу не рофлить нахуй. Потому что я Урсу не убью, Урса контрпик варфа самый сильный в доте. Если кто не в курсе. Нам хиксы нужны, ебаны. Не подходи аккуратно. У меня и будет парафикс. Если я найду кач на мапе. Там... Это минималка, ребят, пухнул. Пойду кипа, наверное, отправлю еще. Да не. Ну, минимал. Можно только... смаковаться мне сказать. И блять! Я. Мне сердце ёпнуло. А, они еще и видят это, да? Когда я попадаюсь в ловушку. Да, да. А на это вообще пиздец ухватка. Смотрите, пожалуйста. Я их стену, погодите, ребят. О! Дропай. А. Передавай, передавай. Смог. Чекнули Рошана. Чё, мне лотус не башит на здесь все? Я их стяну, ребят. Брда, бляска. Нам контроль нужен, может даже юл купить дефолтный. Мне тяжко будет все танчить, меня просто выебут. Я про зерсту. Это иллюзия, Тенис. А эту хуйню же разбить нельзя или можно? Да, я о том же, ее нельзя разбить, это вообще пиздец. Мне кажется, можно почему-то. Ну, чтобы вот сюда пройдем. Я могу лютануть. Не знаю, конечно, они каждый нас смог как-то очень генерально считают. Очень у них вот сайды вот так вот. Он встал. Нам надо вижу. Они знают просто же. Они тут. Включили, он просто на груди поставил. Да не, он на всю мапу может ставить на паутину. Я надеюсь. Смотрите, они показываются. Надо бить, пока не показываются. Уверен? О. Да, они везли. Да, ну вообще хуйня. Ну, на морфе хочешь? Собьешь? На морфе возьми. Нажми, где. Айгис. Все. Краш? Говыдим. Они все отдали. Пресс, если пойдут, убьем. На стенке можно убить. На рефреш насыпь. Да, давай. Чё, мне дай какой хекс? Дай мне ТМС Реликс, Джусик. Давай-ка. У меня хекс будет, ага. Урса без БКБ же? Да вроде вообще все потратил. Да заебал! У него обисим. Сынок. Ради, Тёмыч. Лучше Айгис не отдавать, мне кажется, лучше с Айгисом на рампу. Живи. Все, го выйдем нахуй, ребят. Го рампу с Эгисом бить. Нахуй нам это надо? Бесконечный эпизод. Короче. Че, на топ всем похуй, да? Я ебал, я лотус сделаю. Лишним не будет. Это ужин. Фил 1.6 хуярит, но импакта жопой жи. Еще и смакавзи считается, кстати. Да. Так же удивительно. Долбая все в том, понятно, я шо. Смаки все. Че, возьмите го... телескоп. Го опять по боту, может, Марс даже. А че, можно шапку с 20 несов здесь получить? Дай мне эту. А. Да, ты я пытался дать. Ну, пойдем, бот. Да, не, мне кажется, слышь, паучки не ломают в рейдпак. Это вообще охуенно тема здесь была бы. Не могу линуть за... Не хочу. Я могу линуть затестить. Ты уверен? Ты под лакрити, мне кажется, барак трофейчик убьешь просто.
Но это, мне там кажется, не руке... стоит. Ладно, давай. Там мы не имеем КБ на ульсе. Тут опс. Хекс на груди. Поебали. Да, у него еще Кастрэнш миллиард, если еще просто. Просто миллиард. Ну я тебе лотус ебу, но... У него релик. У меня тоже хекс и релик, и рефреш. На бое... Наноси пока шапку. Подходи еще. Да, я могу просто на вейве еще салат. А ты можешь нимбусом сбить, у тебя нет? Бля, тебе жалко, что тебе загонимо. Дай локоть. Давай. У меня глиф должен быть. Переключайся. Игру ебало, все, чёрт. После этого я убью, он на своем боковой не нажмет. А он нажал, отойди. А, мне помочь. Хорс, лот, дайте что-нибудь. Они все чек все, блядь! Долбоим! Как они все в фиксе оказались? А лотос не вашил себя. А у меня из-за того, что шарт, они тоже все хиксе. А, дазл кинул. Это пиздец. Я думаю, что-то все. Ой, блядь, просто 5 челби в хиксе стоят. Как я, блядь. Как-то вынесло нахуй. Фух. Гатрон. Это какой-то апухет момент был, я хуй знает. Я урсе дам префайр как. А, там. А это тебе вот огони монету, видишь? Я дам ему как. Заебал на ульте гнида. Не сдох. Выйди, урсабай. У него эгис. А я не сильно нажать? Не, я уже нажал, я умер бы, если бы не нажал. Я сдохну нахуй. Надо заканчивать, они без байк. Не прыгнули, не прыгнули. Я припарим кекс ебашу. Видели как у меня? Nice grave, долбоёб. Why you did this? Я вижу. Да, долбоёб софтом на лотпик в груди не пошла, Гамза. Очень обидно. Пиздец. Жалко, да, ребят? Там, если еще мне говорят, ломают пауки в респакте, так что хуйня. Да? Ну, мне кажется, они не так быстро ломают, не 5000 явно. Да, ломают. Так пауков 1000, блядь. Ну, ладно. Это ж очевидно, не? Ну, я знал, что иллюзии было. У вас тоже почему-то показывает, что челы заняли второе место в долгаме? Да. Которых мы выиграли. Да, это дефолт всегда показывает. Ура. Понял, не следил просто. Это мы, ребят. LGD for our young. Ребят, 5 кубков, я чемпион. 5 кубков, а где? А еще нет, не обновилось. Еще не дали. Ну, больше 5 нельзя иметь. Тебе нужно просто... Важно их обновлять. Ну да, обновлять. А, хорошие игры сегодня получились. Ну, вторая интересная была очень. Жалко, читы катку не спасли. Ну да. Бля... Помнишь, Саня, в этом в Смурфпуле на 6500 играли? Да. Вот тоже. Хуесос на бомбе. Зюс, ты будешь еще стримить? Да. Окей.